Спонсор видео – магазин компьютерных игр ZakaZaka.com. Уже сейчас на ZakaZaka вы можете приобрести GTA 5 для ПК по супер цене со скидкой. Покупай игры тут и выигрывай их бесплатно. Ссылки в описании. Всем привет, с вами Такску, Хивайт и Филиппины. Мы снова играем в GTA 5 онлайн. Здорово, здорово. Всем привет. Вот, я приехал на Лада Антикомфорт, мне ее подогнали, очень новая машина такая. Новая линейка, вот и Макса, да? В лобби происходит полное вакханалия, мы сегодня хотим обнову посмотреть, да? Да, ребятки, вышел обнова 1.17, по-моему, да? 1.337. Команда пропавших, что-то вроде этого. Это так, короче, новые пушки, новые камуфляжи, новые машины, в общем, в общем, вкладывайте деньги, да, обязательно, Rockstar, чтобы выпустил скорее игру. Да, в общем, добавили машину, которая очень похожа на Мазерати. Это вот на которой я, наверное, да? Нет, она которая... Что такое? Меня просто взяли и столкнулись на мотоцикле. О! Как попа! Так, Макс, куда едем? Возле fucking shit, guys. Вот, значит, добавили потом еще два мотоцикла. А, точнее, один мотоцикл и байк. Вот байк сделали просто на высшем уровне. Игру? Вот давно я вот давно хотел такой байк, потому что он реально классный. Вот смотрите, вот. С кем он разговаривает, Макс? Погоди, вот он едет, вообще-то он... Вот, Леша, дай мне руль. Да, я тебе... Давай обмен, сер. Сер, давай обмен. Обмен без доплаты. Пошел нахер, сука. Ты меня ударил, как ты меня ударил? Что происходит? Что за дерьмо? Ну, руль-то отдайте мои лады. Ее кто украл? Ты че меня это? У нас машину украл чувак с ником Край. Это... What's going on, guys? Come on, Леха. Что? Что за дерьмо? Пожарная машина, ментов. Просто уезжайте. Меня убьют. Копы. Отлично, начало серии. The best of the best, best. А я на Ладе Антикомфорт езжу. Отлично, все отлично. Каждый занят своим делом, но на самом деле предлагаю сейчас поехать и купить новые пушки. Там, по-моему, дроповик Сайга появился, и, как Олег говорил, автоматизированная винтовка снайперская. Поэтому... На что денег хватит? Я денег-то не заработал. Не, хватит, оружие не такое дорогое, заработал, как оружие. Он не выработал. Сейчас. Так, а вы где? Вы можете меня подобрать? Я да, сейчас он как Бабич стою, труп, пожалуйста. Бабич. Я подобрал хорошую машину с колес. Я подобрал хорошую машину без колес. Я еду, передо мной мент просто. Меня смущает количество копов. По-моему, что-то Rockstar опять поменяли в настройках игры. Что за дерьмо, блин? Ребят, так нечестно. Почему? Полная жопа. Ладу угнали, Ладу. У нас новая модель Лады. Короче, сейчас подгоним, давай. Синяя Лада. Я даже не знаю, как это называется. Чувак башкой и раком! Башкой и раком! Ирак? Это рак. А где? Это, короче, новая басня Крылова. Чувак башкой и раком, мы сейчас в обнимку упали. Что происходит, вот, сука, что? Посмотри, это реально что-то с ментами тут немножко другое, ну что-то не исправили вообще. Взрывы, пожалуйста. Олег хотел сматериться, но не смог это позволить себе такую роскошь. Пожалуйста, взрывы в студию и все взрывайте. А вон Леша, все, вижу на карте. Надо утилизировать копов. Давайте, подберите меня, подберите. Реально. Смотри, у нас там пассажир сзади сидит, у него голова торчит из машины. Это не пассажир, это этот, Владенский. А, да. Леша, садись. Все. Да что? Ты не сел. Что? Что происходит? О, все. Рука, что за дерьмо? Смотри, как он сидел. Да что за дерьмо? Repeat, please. Подожди. Тайм-код, да. Смотри, как он сидит реально. У него задница там начесывается колесом или что это происходит. Смотри. Вибромассажер, да. Шлифовка жопы, да. Сделай себя сам. Икея, в Икее себя купили, да? Собери сам, сука, дошлифовывай там, если хочешь. Лёха, так у тебя так же аналогично, чё ты, это комфорт-класс. Ребят, предлагаю нам взорваться, чтобы избавиться от него. Предлагаю нам взорваться! Ребят, предлагаю нам взорваться! У меня вообще двери, сука, нету, и у меня колесо жопу наяривает. Какой взорваться? Я уже взорвался. Я не могу. От смеха. На счёт три мы взрываемся. 3, 2, 1. И дверь вылетела. Спасибо, а я думал, что я вылетел. С авиакомпанией, да, это Coffee White. Coffee White. Я благодарю вас за посадку там и все такое. Да, посадку печени. Кстати, мы рядом с магазином. А, ты мне дуэль прислал? Ну, серьезно? Дуэль прислал. По почте.
Почта России, да, прислал год назад. Дуэль. Дантес, да, уже Пушкин-то скончался, а дуэль только пришла. На углу магазинчик вообще. На углу магазинчик? Олег, что ты делаешь? Сиди, Олег Гусева в угаре, да, это? Набор Олег просто... в угаре, да. Новость. Так и назову, Олег в угаре. Что делает этот мент? Смотри, он просто... Что он делает? Вы что, постоянно? Он ничего не... Он целится своего мента, смотри. Олег, так, Олег, что? У нас сегодня как, с активной смотри, гражданской позицией. Что делает этот мент? Смотрите, мента, все. А во, Александр, на Александр погляди, это что у него такой за скин? А во, магазин. Магазин слева от нас. Ты гадал, еще Макс и гопник. Стой, сука. Насальника приодень наш приказ. Кофе такой в КПРС, типа сюда. Я упал! И ножку задирился! Вы че, сука? Распродажа, ты че? Распродажа. Она ушла! Вот гнида! Бей, доллар забери с нее. Зарплату забрать. Сожги, пожалуйста. Пиздец! Поснимали, ну, поснимали. Забили! Ну давай, ищи. Показали, обнову показали вообще. Нормально тогда, да? Нормально таки, да? Таки, да. А как еще всех загандонил там? Да, потому что... Мне, кстати, дали эту награду «Любитель гранат». Любитель. Я успел еще напоследок бомбу дырочек и гранат теперь, да? Любитель гранат. Моя машина. Я просто сяду в нее и уеду. Сколько народу? Это что так? Почему? Где вы? Че? Меня подбили. Поехали. Так ты двухместная как бы, спортивная. Да что, не... А, не знаю, себя взорвали, хотели нас! Третьего места нет, там. Подожди, Макса, доллары там. Бо, поперёд сейчас это, погоди. Направо, куда он едет? Ай-яй-яй, всё, понял. Всё. Так, стоп! А, я же сел за руль. Нажал на газ, он стрелять начал, сука. Где подъехал? Вот, давайте я на крышу сяду, как на это. На крышу сяду. Как на мясовозку, да? До фермы ноль. Едем. Сейчас колотить начнёт сверху, смотри. Так, знаешь, бей руками. Ногой бей. Это Олег спортивный. Чё? Погодите. Я понимаю, что у вас тут это праздник. Вы, кстати, есть ты уже на крышу. Всё, поехали. Я сел. Всё, едем. Он мне прям в камеру. Поездил. Нормально. Нормально. В общем, в этом обновлении добавили полный пиз. Ец. Да, миру питон. Все очень плохо. Еще 5 минут. И Макса проиграл. Не буду заказывать. Го хотя бы пушки купим, реально. Да, и начнем хотя бы с ними. Раз у нас такая ваханалия, то пушки как бы обязательно легко. Ваханалия. Ваха. Макса, ваханалия. Ваханалия. Да ну кто сбивает? Это сначала вас игроки сбивают, потом менты переезжают еще 10 раз. Переезжают, да. Эпичный GTA. Да. Подождите. А где амунация-то? Я взял джип мой. Не, планктон привез какую-то машину. Так я что, я взял машину? Колеса горят. Сентябрь горит. Блин, ну чувачок, садись скорее. Я выхожу на дорогу и даже не падаю. Даже не падаешь. Да, а что, это? Что ли? Кто меня сбил? А? Кто? Подожди, Лёх, ой, я кого-то проехал. На кого-то наехал. Ой, что-то... А, о, доллар, спасибо. Подожди, надо позвонить. Сука, вот просто сука. 170 долларов, Лёх, спасибо. Садись, Максим, вот, я приехал. Что ты на них себе купишь, вот что? Во, я здесь, Максим. Новые кроссовки купи, сгоняй. Байк, пожалуйста, за вакханалию отвечаю. Вот прям сейчас. Байк. Садись. Новый байк захотел, да? Поскудись, байк пострял. Блин! Там что-то произошло жесткое, я смотрю. Смотрю руль, я. Руль, дай, сука, руль. Все взрывает. А, так это новая это тачка, походу, не? Тачка? Я взял машину. Только взорвать. Это норма. Я взял. Нет. Давайте где-нибудь быстрее. Во, Лёша, куда ты взял? Куда ты взял? Лёха, это ты бегаешь? Фиолетовый вот такой. Вон. Это все, мир, френдли. Я канистру принес. Наташка, твоя любимая соляра. Тебя сейчас... Лимузинчик, во. Ой, все, как это... Вот, садитесь, я взял. А, вы уже все... Все, я поехал один, короче. Максим, садись. Подбери меня скорее. Нет. Меня превратили в дуршлаг. Это просто... Это полный аншлаг, на самом деле. Аншлаг, да, и компания «Голубой огонек». Суббота сегодня вроде, вот, нет? Вот, все, Водянский пускай садится. И граната уезжает, твою мать! И граната!
Вот быстро это бомба. Гость просто. Так, да. Стой, Максим, стой, у тебя место есть в машине, я вижу. Имеется, давай. Имеется. Давай с ним. Ой, блин. Даже доллар с тобой. С тебя, понимаешь, даже доллар не выпадает. Это знаешь, сначала бомж убегает, и сразу другой бомж набегает и доллары забирает. Да. Это прям стихи. Лет через 20 будут Олега это в школе изучать. Да-да. Этот стих заставят учить людей. Так, меня к магазину, пожалуйста. Где там, так, где пушки? Давай показывай пушки мне свои. А вы что, уехали что ли? Да, я уже, ну я как бы... Ура, таксист... Иисусе, давайте уже где-то поедем куда-то. Ну я как бы в магазин, ну, в сторону магазина. Ну прячьте, конченые стали, они стоят везде там за укрытиями, да, и типа, вообще мы какие, тру. Толку-то ноль. О, так. Здесь, кстати, недалеко от этого магазина с оружием есть этот магазин с одеждой. Там костюмчики новые добавили. Вы бы хоть сказали, в какую сторону едете. Фишечка отличная. А, вот вы! Все, я вижу миграцию бомжиков. Все, я думал, я сейчас кофе куплю, а это граната. Хех. У тебя уже купленный кофе есть прямо перед тобой. Да-да. Так, а чё? Ну, обновы-то обновы, ну, оружие-то прозрачненькое, стеклянное. В смысле прозрачненькое? Стеклянное. Лучше на винтовке. Фарфоровое. В смысле стеклянная фарфоровая? Ну, короче, я купил ту винтовку офигительную, которую это вообще прям офигительная, да? Сколько она стоит, скажи? Что с дверями-то? Дверь мне закрыли. Так, мне надо сделать самоубийство, что без него никак. Ой, я, наверное, не успею купить. На распродажу не успею. Да, мне тоже кажется. Нормально. Нормально. Купить. Зайдет. Кто-то поливает водой меня. Нет, не надо. Прям закрепает водой кого-то. Ой, все понятно. Мужчина стоит тут. Мужчина стоит, сентябрь плачет, да? Понимаешь, тут гидрант, короче. Гидрант? Да, водой. Да что вы хотите меня убить-то сегодня? Он пороги подмывает тут, короче, в доме. Ой, меня за это... Ой, все, я не знаю, что сказать. Тут, короче, говно. Тут кто-то мочится в углу, но это не я. Там все мочатся, тут, короче, там взрывы, копы даже, понимаешь? Это лучшая цитата, тут, короче, говно. Это игру, обзор надо. 5 секунд, тут, короче, говно. И там главное меню и кнопка выход Windows. Вот минуту назад у магазина амунации никого не было. Там просто просто такая тишина была. Стой, Влад, остановись на месте, высокоточную винтовку проверь, я ж криворукий. Стоп! О, вот это взорвало! Это просто жопа. Пожалуйста, такси, вези. Влад, подберите меня, пожалуйста. Магазин не работает, закрылся. А я купил себе винтовку, вообще хорошая винтовка. Ну да, есть такое. Знаешь, как вкусный чай. Борщ, но сосисочки, да? Но у каждой винтовки есть свое. Это я что, стрелял, она взорвалась? Спасибо, Максим, спасибо. Я стою... Чего? Это как? Я стою просто здесь, на месте. А что она не взорвал? Увеличивает, а? Кого-то. Я ничто не взорвал, я просто стоял вот тут, зареспаунился. С этой винтовкой ходить можно с прицелом, офигеть. Да, так, конечно, можно. А я, кстати, подобрал... Зачем? Короче, я ничего не знаю, я просто буду всех игнорить. Игнак. Опасно. Игнорить буду всех ВКонтакте. Так. Окей, Леха, это, Леха. А, вот, Максим, забираю тебя. Кофе. Едем в магазин с этим. Мы тебя собираем, Варя. У меня план! Вы заходите в магазин, я закрываю, короче, магазин. Плохой Олег. Подожди, там писи Влад что-то мочится, иди сюда. Не ссы тут на углу. Это проспект. Ленина. Ну, где вы там? Так, я подъезжаю, вот, смотри, я на пожарке. Лёха, это все мои свои тут, это. А, ты, я думал, это менты. На нас напали менты. Опять какой-то чувак успел сесть впервые тебя, ну господи. Еще с той стороны, сучка! Вообще шикарно. Вообще, почему мне звезды дали? На место в машине кинули. Все, уезжаем, скорее уезжаем. Вообще и по крышке лопнули, ну шикарно. Ты смотри, справа наша машина, как будто мы по птицефабрике проехались и нас обосрали птички. Так, что? Больше похоже на голубиный помет, чем на дырки от оружия. Ну, не подрезай! Кто? Куда? Не, вообще там пофиг, смотри, он стоит просто такой, да вот они врезались. Джойстик ты вообще. По-моему, 10 FPS был, даже не 15. Я прорашивал просто. Спасибо, что прокачал нас. Ну ладно, да, дискомфорт мы не сделали из этого. Потому какие турбо это? Скорее. Водяное охлаждение, да, получается еще? Ну, вообще, просто вообще. Давай. Поехали.
Давай. Да ёп. Спереди смотри, чувак, как сидит. Такой справа смотрит, такой, ёп. Как если вы загоритесь, то я сразу буду поливать вас говном. Сразу охладишь нас, да? Да. Ну я купить оружие хочу только, пожалуйста. Короче. Близки, купи оружие. Хех. Все вылетели к чертям просто собачьим. Олег, убивай скорее меня. Кого? Смотри, тебя? Просто ачивка, убей меня, пожалуйста. О, как быстро. Да что? Все, Олег, никого не подпускай к этому обосленному магазину оружия. Отлично, брат, хорошо. Ласса, ласса, держи точку. Эх. Все, недолго фраер танцевал, недолго музыка играла. Я буду просто каждого, я закупорю вход и буду каждого водой обливать, кто входит. И просто никто не сможет зайти. Да, 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 да. Все, только меня не полей, не облей. Вот какой ты предвзятый, Олег. Обещаешь, брат, обещаешь. Какой ты предвзятый, Олег. Так нельзя жить. Не, конечно, я понимаю, что в любом случае они зайдут в магазин, так что... Я поднял $300. Давай, Максим. Давай, Максим. Бегу, бегу. Мы верим, мы верим в тебя. Че, покори... Я делаю все, что могу. И кто-то прошел во вас. Охереть! Охереть! Что с тобой творится? Я уже... Да что было-то? Танк приехал, чуваки! Танк! Максим, я не выполнил свою миссию, меня убили. Я закупаюсь, я закупился, братаны! Ты залупаешься на кого? Я закупился. Я не залупаюсь. Какой хаос. О, здрасте. Танк, чувак на танке. Я, кстати, попробую сейчас его... Чувак, чувак. Хех. Давай, давай. Да, попал снарядом. Пацаны, я тут в бомжатнике бегаю, где должны быть бомжи, кстати. Не успел. Бомжатник? Нет, бомжатник, ты под мостом, я под нему случайно пробежался. А, да-да-да, вот вижу, вижу, вижу тебя. Подожди, ну раз уж такие дела, то... Там капец, что творится, конечно, это. О, вот это, слушайте, винтовка. Знаешь, спустя 15 минут, ребят, мы наконец-то вам показали оружие. Вообще шикарно. Это я так появился офигенно. Одну из 10 вещей, которые добавили в игру. Дробовик, кстати, да, не очень такие. Ну, я говорил, что он не очень. Танк, едь сюда. Штурмовый дробовик получше. О, знаете, что, а мне это Миша Медведев, видать, это подкатил танк. И он взорвался! Идиот! Идиот! О, бомбита сеньорита, месье! Я не знал, что ты у него садишься! Я ликвидировал угрозу! Я сейчас тебя ликвидирую! Ликвидируй! Что, кого? Чай? Ликвидирую! Чай? Чего? Давай, 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 найди меня, я буду сидеть в красном платье с приподнятой ножкой. Все, ребят, погнали, что там это? Что там это? Что еще там у нас? Какие-то ну, в общем, тачки. Добавили еще два мотоцикла, машин, две машины даже, и... Это одну я показал, одну я видел. Ну, это не важно. Костюм, я погнал, костюм куплю. А, да. Костюм, да-да-да, элегантный, модный, стильный, молодежный. Без этого жить. Подберите меня сразу вместе. Да. Леха, ну погоди ты, ну подожди, такси, ты скоростную. А, это когда вы бежали. Да, давай, кого забери. А, тебе, кстати, машину... Я твой рот топтал наоборот. Вот тебе конфетка. Это месть, машина упала на тебя. И что на стройке появился? Типа строй, сука. Работай, работай. Бичи должны работать. Ща, я тебе покажу. У меня газовая шашка есть. Леша, стой там. Сам Леха сделал, да? Да, пошли в метро, я тебе под нос закинул. Из натуральных этих ингредиентов, да. Леша, садись, вот он я. Вот он я. Вот он я. Иван Горохов. Подберите меня. А где ты? Я на крыше. А где ты такой? А где ты, да? Вот, где вот, ты? Вот, я лови меня. Вот, направо, направо, подворачиваю. Так. Сюда, все. Я не вижу. Смотри. А откуда чувак-то откуда упал? Я еще водичку успел с этой. А я долары. С водичкой. Олег, 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 Олег. Все, вот я вот. Доллары же нужны отрабатывать. Они же с меня забирают доллары. Ты че? А вот, Олег, вот я бегу на тебя. Он взорвет, я тебе говорю. Да нет, я не взрывной. А в зале тебя все взрывается. Подожди, стой, дай встану. Встану или сядешь? Все, блин. Кати, 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 скорее, скорее. Так я думал, ты упал, поедешь.
Едь прямо! А я против системы пошел. Прямо едь. В мусорку его сюда. Все. Да твою мать! Сейчас сяду. Это что за дверька такая запасная? Для Максима разработанная там. Так, я так понимаю, нам надо в магазин содержать. Серьезно? Понимает он, да, понимает. Понимаешь. Та-та-та-та-та-та-та. Понимаю. Так, вон магазин. Песня 90, да. На 12 часов магазин. Нихера себе как. Ой, это кто нам подходит? Это Миша 89041. Звоните, 24 на 7. Кстати, можно 24 на 7 ограбить. Ладно, сейчас. Олег, покажи там просто свою куртку, я просто покажу. Подожди, покажи. Вот, типа, в обнове добавили эту куртку офигенную. Да нет, куплю больше, сам. Больше похоже на ватный я костюм. Я самостоятельный мальчик. На ватный рабочий костюм, вот, похоже. Вот, быстрее садитесь, господа. Вот, быстро, так, качественно, тющим. Сажусь, сажусь. Ну, Лёха, опять Лёша не там. Еще и под машинкой оказался. Садитесь. Не судьба сегодня, конечно, есть машина. На 12 часов магазин, как я уже говорил. Да, да, да. Вон, прямо, вот здесь можно закрутить, наверное. Магазин до 11 работает, нахрен. Кто-то вот жил, снимал летсплей в этом окне, а тут хера себе машина залетает. Ну бывает, говно случается в жизни. Бывает в жизни огорчение, нету хлеба, есть печенье. Печенье, да. А у кого-то и печенья нет. Ну все, выходи. А я ровно вышел. Это лагануло немножко, машина как бы даже остановилась. Че за нахрен? Все, покупай, скорее, распродажа. Костюмы команда. О-о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 -
30 000 долларов! А, да? 30? А что так дешево? Нужен. А что, как костюм-то называется? В каком разделе он? А там последние 4, по-моему, даже набора. Слушай, вообще прикольные костюмчики. Реально пинбольные чисто. А еще же на эти костюмы можно бронежилет одеть. Это вообще классно, по-моему. И ты вообще... Да, есть какой-то... Так, показывать бронежилет. Я тундру одену. Странно, но не пока. А что, а где маска? А я черный, это я черный. Подожди, а что это за хрень? Что я купил ватный костюм какой-то? Где? Так нормальный костюм смотрится же, норм. Купи, 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 Леха, сейчас. Давай, Леша, у тебя время в обрез, уже пожарка подъехала. Костюмы с маской, команда называется. Да. Знаешь, чисто как ниндзя. Да, 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 да. Это черепашки ниндзя. А, пошли на улицу, тут же какой-то типа ножик есть такой. Вышли мы, вышли, конечно. Да, да, закупорили нам проход. И что делать? Хех! Я пошел бабу пиздить пока. А здесь черный выход есть? Че ты здесь? Смотритесь. А че она не бьется? Че она не бьется? А, нет, смотри, выход. Леха, стой тут, все, стой. Стой. Открыли! Открыли! Выходим! Бежим! Открыли! Знаешь, как будто на переменке открыли. Ой, сразу смыли нас! Ты видишь, как я ножку на ножку закинул, лежу такой, отдыхаю. Хех! Твою ж ты ж ежик шматч. Ты гопленьки сидят, смотри. Смурай. Ребят, шикарно, купили костюмы. О, бери в руку, грозь, знаешь что? Я не хочу. Кавалерийский кинжал. И все, это чисто как ниндзя. А где тебе его? Я только взял нож, да, как будто кейс открылся в CSGO и сразу что-то взорвалось. Я с бутылкой разбитой только вот могу бегать. Это тоже как ниндзя, только знаешь, алкаш. Я типа, я буду, значит, этим Рафаэлом, ой. Рафаэл, да, конфетки. Рафаэл, шампульсики и все. И призики за 500. Даже ниндзя, мы должны по крышам бегать. Машина, давай, это мы супергерои, давай, поехали. Давай, белая машина для супергероев. Да куда? Подожди, по огоньку проедемся, как в фильмах. Проехал, Лех, меня убил сразу бомж. Ого, в нас салют захерачили. Хех. Просто праздник, сегодня мы с тобой гуляем. Ля-ля-ля. Сегодня мы с тобой мансуем. Да-да-да-да-да. Вот машина. Вот она, машина мечты, все. Си, Шамаич, да? Вот, сейчас наконец, машину, типа... Ребят, нам надо срочно лететь в космос. Где эти адские двери? И нам надо на Марс. Коробку знаю, спорт он... забыл переключить. По-моему, исправили баги же здесь. Да? Сейчас проверим, кстати. Ой. Ну все, где-то...
Вот это я вылетел! Вот это я вылетел! Хотел вас врезаться, но... Взорвался сам, наверное. Вы слышите это, да? Вот что это? Если 3 километра от вас почти, ну как бы да. Я слышу все типа. А! Я еду только еще. Это что за гудок такой? Ох, меня убили, а Лёх не подобрал. Страйк, просто страйк, сразу 2 машины. Это что, банка Яшки, банка страйка? Да. Олег, садись быстрее, у меня машина турбобичерская, все. Ну, блин, лагающая сессия реально сегодня. Да это просто, я не знаю, что сегодня творится, хотели реально нормально посмотреть, что там за обновы, ну как всегда, это норм. Но мы в следующей серии как бы это посмотрим. Да. А, Леха, садись скорее ко мне в машину. Я на своей езжу. Нет. Да. Не. Смотри, Леш, ваша машина, по-моему, заминирована. Вот она мне насрать. Что это за кто? Фига, что происходит? Вот ты, fucking shit. А, ну спасибо. Кто меня на капот посадил? Да что ты делаешь там, сука, сзади? Даже не знаю. Олег, ты же эксперт по дырочкам-то. Даже не знаю, что можно делать сзади. Не перекидывай, прикинулся овощем, давай рассказывай. Вердикт, давай скорее. Модный приговор, знаешь, там сидит этот чувак. Пригорел модный. Модный пригорел, да. А, вот сейчас у меня модный пригорел-то и был. Лёха, давай это, поехали к адским дверям. И что там делать? Взрываться, улетай. Давайте. Я не вижу вас. Так все, я сейчас это, короче, подъеду. А, стоп, мы же едем с тобой в машине. Я что-то думал, что меня убили, странно. Ну ладно, бывает. Ты уже знаешь, такое предчувствие. Действительно, бывает. Короче, Лёха, едь на Санта-Мария-Бич и там... И там, где эти, короче, мусорки, помнишь же? Да. Место встречи изменить нельзя. Как я-то улетел-то, сука? Что-то у нас сегодня Миша бушует. Так он это, заказы, видишь, он же... Магазин можно заехать здесь слева. А у нас есть оружие. Да, и точно? Без звезды тем более, как это? А, ну это... О! Ну почти! Это ой, спасибо, вот этот чувак вообще спас все. Подтолкнул, да, есть такое. Подтолкнул. Сзади подтолкнул. Да. Как надо. Да. Опять, видишь, это шарахается, шоркается сзади. Нельзя, нельзя. Давай направо. Ого! Надо было это. О, новая тачка Д-руль! Или Адлер просто прокачал. Новая тачка Д-руль. Это так называется машина, да? Да. Не, вообще классно прокачанная, из гудок, да, вообще жестко. Из гудок. Из гудок. Из гудок. This is гудок просто. Ну, догуделись. Ты меня тут не гуди. Не гуди. Во, маски появились. А, кстати, да, маски новые маски появились. Вот я хотел показать, как я свою маску реализовал, ну... Какую маску? Смотри, Олег, десантируй. Через 1, 2, 3, рано. Обычно, когда, типа, ну, типа, больно будет через 3 секунды, дергают на 2 секунде, что, ну, неподготовленный человек. Дергают? Что передергают? Ну, обычно, смотрите, если нога вывихнута, да, типа, говорят, через 1, 2, 3, мы тебе ее обратно вправим, да? Но при этом вправили вот ее на 2 секунде, потому что человек-то готовится. Это чтобы, как бы, да, ну, мы поняли. Вот здесь слушай, по-моему... Ну, у меня Миша бушует, я, наверное, не уеду отсюда, ребят. Так, маски. А, это, маски, вот здесь маски. Ну-ка, сейчас глянем, что у нас там такое. Смазки. И это тоже. О, нет, масок новых нет. Нет, они с костюмами были. Смазок новых нет. Они были с костюмом. Я вот такую маску оставлю себе, смотри. С маску. Норм, в принципе, смотрится. Во, я так буду лучше ходить. А, нет, не так. А я вот так вот буду ходить. Ну дайте руку. Тут все как надо, сейчас одену. Так, маски. Так, я покажу чуваку, куда смотри, ехать. Филиппин модный называется. Филиппин. А, ну да. Поехали. Только вот куда? Все! Будь здоров! Напишите в комментариях, будь здоров. Я спасибо вам скажу. А, пси, да, наверное, ты чихал сейчас. Чи-ап-чи. Пси. Я поехал. А чувак-то понятливый, смотрите. Подожди, что случилось, Олег, во-первых, да? Да, во-первых. Вот тебе машина. Ну, Леха, мы уже тебя ждем. Мы едем. Мишу взрывай, сука. Сам себя взорвал, вот молодец ты какой. А, нет, мы его взорвали.
Все, идите и уже к этим адским. Миша, дверям. Миша, Макса, Миша, то есть медведь, давай, да, в горящей машине сейчас был. Да-да-да, ха-ха-ху-ха. Хе. Хи. Так, воу. Где? Во! Смотри, как мы хорошо заспавнились-то. Рядышком. Рядышком. Рядышком? Пяточком. Вон, слиги, енот, подбери, тоже супергерой. Сейчас я супергерой, смотрите, какой супергерой, мне даже я не знаю. Я супергерой! Да, мне надо ничего покупать, кстати, первый ролик на моем канале, там, типа, поехали, черная молния. Смотри, вот, смотри, 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 сука, вот я супергерой, смотри. Где там сзади, Лёха? Вот давай, я. Вот. Нормально, сойдет, да, все, поехали. Сих не найдется, называется. У тебя, Лёха, что за суперспособность? Отжимать сиги? Да. Да-да-да. Да-да-да. Ту-ту-ту. Эй, а вот и адские двери. Пора это работать, давай, сигу отжимай. Выкатился. Мне кажется, не работают они, адские двери эти там. Все же исправили, мне кажется, Rockstar. Эти ошибочки. Ща проверим. Они же Rockstar, ты че? Вот и ну. Ну хотя, да, есть такая вероятность, что они не сделали это, но. Зачем такой развлекух? Починили, не починили, конечно. Улетел. О, он полетел! Макс, я дальше тебя улетел! Я просто реально супергерой мчится. Вот я сижу, настрелял, что... И знаете, куда улетел? В край Лос-Антоса. И взорвался. Я его вижу. Вот, вижу. Кто здесь? Кто здесь? А, это... А, вон, вижу. Или нет? Ты у меня до сих пор летишь, что ли, Максим, или я не понял? Я лечу. Я спускаюсь. А, ты на парашюте? Ну, ребят, я отсюда уже да, не стой, приеду. Стой, не надо вниз. Ладно, я хотел тебя, чтобы ты приземлился на мою машину. Ну, давай, 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 скорей, скорей, скорей. Не получится, все, не получится. Ну, что у меня такое? У меня вред... А, хотя... Ой, тут, блин. Нет, не получится. Давай скорее... Увози за 100 морей, да. Надо же было так подскользнуться. Ну, все, короче. Ребят, нет, заканчиваем, слушайте, серию, может? Ребят, сегодня мы посмотрели с вами обнову под названием 1337. Со всех сторон. 1.17, да? Особенно сзади. Да. А, две новые пушки, новые костюмчики, да, новые масочки. Две, бутылка разбитая и винтовка, с которой никого не убил. И еще супергерои в виде Лехи, который умеет поджимать сиги, и я, который умею летать. Короче, все супер. Да я тоже, я вон улетел в Крайло Санта совсем. Пока. Адьос, амигос. Пока. Что ты делаешь? Сейчас, подожди, Макс, сейчас, секунду. Так, сколько там получится? 3, 5, 5, 5, 5, 5.